Христос воскресе! Мы приехали поужинать в ресторан. А угадайте, что здесь может быть? Что мы можем пить в Германии вот в таких больших стаканах? Ну, кто нас знает, правильно угадали. Яблочный сок. Значит, мы заказали супчик. Микс-салат. Не смотря в меню, все заказывали. Смол пиццу. Потому что пик там это вообще прям пол стола. Ребята, это пахнет просто нереально вкусно. Это так красиво. Вот, надеюсь, что она так же вкусная. Очень хорошо. Прям вот, прям замечательно. Замечательно. Прям нас тут прям очень замечательно накормили. За эту рекламу я не получила ничего, кроме удовольствия от ужина.